Вооруженные преступники напали на охрану цеха, пробрались на территорию предприятия и заминировали резервуар с топливом. Во время учений сначала эвакуируют работников из опасной зоны, объект разминируют, локализуют возможный очаг возгорания. В это время начинается поиск опасных преступников. Условных террористов находят и блокируют в одном из населенных пунктов Рязанского района. Они от ведения переговоров отказываются и выдвигают политические требования. В результате проведения боевого мероприятия условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены. Как отмечено в пресс-релизе, учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций. Денис Ляева, телекомпания «Город».